Дорогие братья и сестры, вот, как и всегда, незаметно подошел к концу священный месяц Рамадан, как будто он длился всего пару дней. Каждый из нас делал все, что он мог из благого в этот поистине удивительный и благодатный месяц, который наступает всего лишь один раз в году, и каждый из нас непременно надеется на получение награды за те добрые поступки, которых мы совершали в течение этого месяца, за чтение Корана, за дополнительные намазы, за скрытую милостыню и за многое другое, что мы успели совершить в этот месяц. Но, к сожалению, проезжая по улицам наших городов, встречаясь с людьми, понимаешь, что наше общество еще далеко от полного понимания сути этого месяца, а некоторые и вовсе не соблюдают посты. И, конечно же, исходя из этого, невозможно полноценно радоваться, ведь некоторые твои братья и сестры, твои соседи, твои родственники, земляки, далеки от ислама, далеки от истины. Мирские заботы и ее красоты затмили им разум, и они забыли, что их создал Аллах. И создал он их не ради забавы, а ради того, чтобы они были его послушными рабами и выполняли его приказы, а не следовали своим страстям и желаниям. Пусть Аллах наставит таких людей на путь истины. Братья и сестры, поздравляю вас, а именно тех, кто соблюдал приказы Аллаха, постился и следовал сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение, с этим светлым праздником Эйд Аль-Фитр. Пусть Всевышний примет ваши посты, закат и все благие деяния. Пусть Аллах позволит нам дожить и до следующего Рамадана, ведь это большое благо имеет возможность совершать поклонение месяц Рамадан, в котором награда за деяния возрастает многократно. Вместе с радостью наступления этого праздника на сердце каждого искренне верующего есть и место печали по случаю расставания с этим месяцем. Ведь с завершением этого месяца мы также лишаемся и той высокой награды, что мы получали в течение этого месяца. Еще раз поздравляем всех мусульман с праздником Эйд Аль-Фитр.